знала це. Трамплинный прыжок – это короткий толчок пола. Развивает высоту прыжка, силу ног. Ручки не разъединяй, Аня, хорошо прыгаешь, а руки не разъединяй. Оля, ставь пятки, от пяток прыжок. Надо выбрать не первую позицию. Ну, короче, толчок. Тоже короче, короче. Так. И... Сильнее толчок, Яночка, сильный толчок. Стопак очень пружинисто отталкивается. Юленька, тяни пальчики в воздухе. Раз. Женечка, ну, выворотни немножко позицию, все. И вытянуть коленочки.